В марте этого года Рязанской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения миграционного законодательства на объектах транспорта. Среди них оказался и ресторан, расположенный на воде на дебаркадере. Установлено, что в данном ресторане на кухне трудился гражданин Таджикистана, который не имеет патента на работу в Рязанской области. В этой связи прокуратура в отношении данного лица возбуждено административное дело, он привлечен к административной ответственности. Виновник был привлечен к штрафу в размере 2000 рублей. Незаконно работая на кухне, он занимался выпечкой мучных изделий. Кроме этого, юридическое лицо также понесло наказание в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. После этого ресторан имеет право работать в своем обычном режиме, соблюдая законодательство.